Это то же самое, как сказать, если бы в свое время родители не зачали этого человека, он бы не напился, не сел за руль и не совершил бы ДТП, в котором умер наш родственник. Понимаешь, вот эта связь как бы. Да, когда у нас кто-то из наших родственников по его вине погибает человек, то мы какую-то символическую ответственность за это несем. А мы идем. Тумсов в окружении Кадырова все это и по представленному власти. Да. Конечно, никто такое его исследование не проводил, но там нет такого, что какие-то тейпы принимаются, какие-то не принимаются. Такого нет. Мы уже как народ от немножко вот эту стадию родоплеменного формата мы его уже перешагнули. Мы уже и по количеству как бы людей находимся на другом уровне. Да и в целом события, которые у нас произошли, плюс та государственность, которую мы обрели, это все повышает нас вот в этой эволюции, так скажем. Любой народ, он проходит вот эти вот этапы, и родоплеменное устройство, родоплеменной строй, это один из этапов формирования нации, народа. И мы этот этап благополучно, как бы мы его, ну, благополучно, конечно, не совсем, наверное, правильное выражение, но мы его перешагнули. И почему я поправился в плане благополучия? Благополучно это было бы, если без кровопролития нам удалось это сделать, но, к сожалению, пролилось много крови. В итоге мы, в общем, пришли сегодня уже к новому этапу. Пролив, конечно, много крови, и сегодня мы находимся в оккупации, но мы уже не в родоплеменной вот этой системе. Потому что сегодня представители одних и тех же родов, племен, тейпов, они сегодня уже противостоят друг другу по политическим, по религиозным, по идейным соображениям. То есть у нас теперь уже во главе народообразующим фактором является уже идея, не племенной строй, не то, что вот мы вот такие вот тейпы и там, и мы поэтому являемся, но нет, у нас уже есть как бы идея, она стоит выше, чем любая родоплеменная тема. Саламу алейкум. Тумсо, скажи, разве дозволено воевать против одного тагута на стороне другого? Каково положение с точки зрения ислама, отрядов муслима Чебриловича, баракаллаху фику? Алейкум ассалям. Я же попросил эти вопросы все-таки на какой-нибудь религиозной площадке задавать, чтобы это не звучало от меня как фетва в достаточно сложных темах. Это не такие простые темы. Но так, на всякий случай, я скажу, что есть достоверный хадис, который сообщает нам о том, что мусульмане вместе с римлянами, по-моему, сразятся с персами. Так что, друзья, политика, геополитика, интересы государства и так далее, они предполагают союзнические отношения различных стран. Как вы думаете, без этого можно существовать, сосуществовать в этом мире? Как вы объясняете то, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, прибыв в Медину, заключает союз с иудейским племенем? Союз, который гласит, что в отражении врага они вместе должны принимать участие. Мне кажется, некоторые вещи, они настолько очевидны и простые, что даже не нужно задавать такие вопросы. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Если вы утверждаете, что Кадыров старший предатель и перешел на сторону России, то зачем Путину было его убивать? По вашим словам, это же Путин его убрал. Смотри, на моем основном канале есть ролик, называется «Сакральная жертва. За что принесли в жертву Ахмата Кадырова?» Посмотри этот ролик, и ты узнаешь ответ на свой вопрос. Каково мое мнение по этому поводу? В этом ролике есть ответ. Тумсо, решением любого российского суда или Роскомнадзора YouTube блокирует любое видео на территории РФ. Почему твой канал до сих пор не заблокировали? В твоем вопросе есть противоречие. Ты сам говоришь, что любое видео блокируется по решению суда, и немало моих роликов заблокировано на территории России по решению суда. И тут же ты говоришь, почему твой канал не заблокирован.
Потому что блокировка канала и блокировка отдельных видео – это совершенно разные вещи. Канал просто так по решению суда на территории России не блокируется. А ролики, да, блокируются. А, вот, он еще раз написал это сообщение. Брат, ты говоришь, и я это знаю. То, что президенты России приходили на волне войны, а в частности нас убивают чеченцев, и ты говоришь, что российский народ не виноват, а из твоих слов впечатление обратное. Не понял, честно говоря. Давай ты попробуешь развернуть этот вопрос. Что непонятно из моих слов? Так, Барт Маршо, ты еще раз как бы перезадал этот вопрос, но я все равно не могу понять. Ты мог бы вот прям открыто спросить, что ты хочешь? Прям задай мне вопрос. Как не можешь понять? Ты говоришь, виновата власть России. Но пришла эта власть на волне убийств чеченцев в 90-х и в нулевых годах. Прокомментируй, как это укладывается в одно. Но я все равно не могу понять твоего вопроса. Ты можешь его открыто задать? Что тебя смущает? Что ты хочешь от меня услышать? Я вот этого не понимаю. Почему ответственность несет власть, а не народ? Потому что народ это, в этом народе есть те, кто против, есть хорошие, есть плохие, там есть разные. А власть это непосредственно та структура, которая несет полную ответственность за действия вооруженных сил, всей политической системы. Поэтому власть, она полноценно несет ответственность. Народ полностью полноценно нести ответственность не может. Это же очевидно. В том, что если бы они не поддерживали власть, может, ее бы не было, и, может быть, нас не убивали. Совершенно верно. Но можем ли мы возложить полноценную ответственность на людей? Это то же самое, как сказать, если бы в свое время родители не зачали этого человека, он бы не напился, не сел за руль и не совершил бы ДТП, в котором умер наш родственник. Понимаешь, вот эта связь как бы. Да, когда у нас кто-то из наших родственников по его вине погибает человек, то мы какую-то символическую ответственность за это несем. Мы идем к стороне потерпевшей, приносим свои извинения. Но хотя мы непосредственно, вины никакой на нас нет. Мы понимаем, что ни перед Аллахом, ни перед людьми мы не виноваты абсолютно. Ни одна душа не понесет бремя ни другой души. Мы это знаем, да? То есть вина, даже если этот человек совершил преднамеренное, умышленное убийство, даже в этом случае мы с тобой, по идее, не ответственны за нашего родственника. Однако мы вот эту символическую вину на себе мы ощущаем, и мы поэтому идем, будучи виноватыми, юхарш, как говорят у нас. Мы идем и извиняемся. И вот такая вот ответственность, она должна быть на стране, на народе. Но вот непосредственной сказать, что вы все несете ответственность, мы не можем. Потому что тогда и мы с тобой тоже несем за некоторые действия неправильные. Тогда мы с тобой тоже должны за это нести ответственность. انتظريني يا قدس انتظريني سأزيل سدودا